Здорово, народ, с вами Имба. Представьте, что у всех героев есть встроенная реинкарнация, которая не только переродит вашего героя, но и значительно его усилит. И именно в этом заключается кастомка, на которую я предлагаю сейчас и посмотреть. Будет круто, если вы вдруг решите поддержать видео лайком, а также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые имбанутые кастомки. Погнали! Друзья, а хотите поиграть во что-то кроме Доты? Тогда залетайте на ImbaShop. Официальный магазин ImbaShow, на котором прямо сейчас проходит зимняя распродажа со скидками до 90%. Так у вас есть шанс заполучить новый крутой шутер Battlefield 2042 за 379 рублей, побегать в раз за 169 рублей и погонять на крутых тачках Forza Horizon 5 за 399 рублей. Или, например, обзавестись CSGO Prime статусом за смешные 129 рублей. А когда наиграетесь в эти игры, можете приодеть своих любимых героев в Доте, просто открыв один из кейсов. И, например, всего за 199 рублей выбить Аркану. Все это вы найдете на ImbaShop. Все подробности будут в описании к этому видео. Дерзайте. Нормально будешь держать, пацанов. Офигеть. Акс, что ли? Акс, а так. А что ты здесь послушиваешь, алло? Так, дайры, текайте. А, я в муте все это время был. Прикольно. Что за смысл кастомки, я вообще не понимаю. Умер, спался, нет. Когда ты умираешь, смотри, у всех висит баф. Когда ты умираешь, на тебе срабатывает реинкарнация, и ты на 42 секунды становишься сильнее. То есть сдохну. Пойду сдохну. Если в это время умереть еще раз, то все. Что-то солистка забила. Ну его, кстати, сейчас будет сложно убить. Да не скажу. А пусть меня убьет. Подожди, подождите, не убивайте, не убивайте. Я не убиваю. Блин, солистка сейчас умрет. А пофиг. А от солистки надо теперь текать. Так, а давай солистку убить, Месси. Бить солистку, У нас еще есть. Сейчас смерть. Меня убьет. Отлично. Сейчас я стану сильнее. Его так же бить. А, блин, их много уже. Надо этого убить, надо. Вот дальность атаки. Тариту работаем. Давай. Пошлите. Не, все, там все улетели. У меня дальность атаки вообще нереальная становится. А на сколько этот баф? На 42 пятна он пропадет обратно. Сейчас подцеплю. Ты потом обычно знаешь, когда пропадет баф. Да. А, то не имеет смысла. Мы все руны потеряли. Да пофиг. Бывает. Ну, УСК тоже, кстати. Ну, он же сейчас опять оживет. А у тебя сейчас баф закончится. А, ну я после этого сразу опять оживу. Это бесконечная драка. Да, это бесконечная драка. Нет, они его и 142 секунды убьют, то будет конечная. 42 секунды. Прибавку к статам видел? Я не буду отслепать. Все, теперь знаю, уходим. А что у них? А, они бафнуты люто. Обязательно от героя, можешь от крипов умирать, да, получается? Если хочешь. Что дальность атаки у этого героя? А что дальность атаки у войска-то, что было? Все, я теперь сильный. На 42 секунды. Ну да, ну я ж потом это еще раз могу быть сильным. То есть, в принципе, можно Брошана убиваться, да, я так понимаю? Да, Брошана, об крипов, об кого хочешь. Не убью, не слишком много хп, вообще никак. Слишком жестко. Так, а пусть меня вышка убьет. Отойди, пусть на меня сагрится. Так я и не подхожу. А теперь сюда убивать? Иди. Я не понимаю, просто. У меня пропал. Да. Кусь. Чуть позже. Отлично. Парень передумал. Так, Тиника два раза убить надо будет. Да, сейчас убьем, наверное. Я надеюсь на это. Есть. Так, ну,
Блин, кстати, слишком сильно апается все. Юня, а что по дальности атаки? Дальность атаки увеличивается. Давай сразу его. А чё он не фул хп возгодил? Не знаю. Чё-то вообще пошёл, мне не попался. Ах, догнал всё-таки пацана. Пацан, нифига тут уровень апается. Я ещё ни разу не сдох. Та же самая тема. Давай здесь, здесь, здесь. Банда будет барда бить. Ну, мы убьем, должны убивать, мне кажется. Не уходи, брат. А чё у меня... Не успел. Чем дальше игра идет, или чем больше ты умираешь, тем у тебя будет потом баф сильнее? Или чё, не понимаю. А, от уровня это, скорее всего, зависит. Нормально, кстати, неплохо наваливаю. Да, ты хватит так делать. Самый бесполезный герой. Куда он, посмотри. Мне интересно на шторме посмотреть, как это будет выглядеть. Как я обожаю в костюмках вести в курьеров, это просто прям не считаю. Оу, это что такое? О, я должен умереть сейчас. Зачем, бро? А, меня первый раз убили. Тебя поздравить или, ну, не знаю, посочувствовать? И то, и другое. Настакало. Нормально? Ты чем ты хороший стоп на руки? Собирайся физику. Ты чё? У тебя же талантик есть прикольный. Зачем мне физика? Ты мой макарон видел? Да. Вот это вот леонское движение, но он совсем не нравится. Ну, минус 128 к атаке. До конца. А хп будет какая-то? Нет. О, все, мне пап спал. О, капец. Пишу. Блин, мне надо шаг поскорее. Убить его, убить, убить. Ага, есть. Спектру. Спектру вообще жесткой, наверное, будет. Не-не-не. Ёб твою медь, как больно! Нашел? Так, шейник газ, пизет. Может, под бафом Рошана заберем быстренько? Вообще сдох. У меня уже закончился. Да, не достаю. Очень странная битва. Я фейл в эту игру играть. В прямом, я фейл играть в эту игру. Чем не ломай трон? Не-не-не-не-не-не, трон не надо, ты чё? Ну зачем? 6 минут, блин, дай хоть пофаниться немного. Уйдите вообще с их базы. Так, Солиска против нас. Нет, я пушу просто. Лаки, ну чё ты вот, не занимайся больше такой гадостью. Ой, сейчас это будем делать. Да, это за ним, реально сейчас трон упадет, просто шрипы сломают. Вот прям. Хорошо. На. Че, они от дефа нормально. Че? О, спасибо. Мое. Это что за голову был? О, дайте дальность. Видали, кстати, да. Новый трейлер игры вышел про Голума. Он там настолько 3D-шный, что чуть глаза не вылезли. Ну, мне кажется, у него не вылезли. У меня бафа нет. А, без бафа раскидаем. Я бы с этим походил даже. По-другому драться. Далеко не уйдет. Ладно, не надо по миду идти, а реально. Далеко не уйдет! Иду по миду. Ну, на всякий случай, я просто тоже
О, спасибо. Ча, бьет нас? Спектру. Ну, чтоб он нас убил. Там мистер Пушер. Кстати, бы за того, чтобы он меня тоже убил. О, меня Спектра убила, кайф. Помогаю. Его также дважды убьем. Хотя вот его фиг знает, убьем или... Да, убьем. У нас тут четверо ему. Давай. Мне прям... Аксу только чуть-чуть больно, в скобочках. Вообще не проблема убить кого-то тут. А я сейчас захилюсь, не пофиг. У нас доминация, у нас 28 на 1, да что-то прям через чё. Пушер. Так, кто такой лох и сдох один раз? Меня убили. Смотрю, что-то на Аксе. А, у тебя ты без бафа. Там трон падает. У нас или у них? У них. А, крипы. Так ты отойди, пускай крипов отдохнет. Крипов, ты слишком с катаном, они крипов не дефают. А, хорошую кто-то забирал уже? Да, не, я тоже зашел, офигел. Ну или наш, я не знаю кто, но забрал твой. Деньги. Замедляй. Да трон! Там трон падает так просто. Ой, а чё трон не били? Слушай, а ну у тебя хук с дизмембером вообще жесть будет. Не, без рога. Ну-ка, интересно, если я засуицидюсь прям с ходов. Ну, почти засуицидюсь. Да, предлагаю пойти Абрашана убиться и... Да, вот я тоже думаю, Абрашана идея. Хотя, подожди, а в чем смысл? Ты усиляешься и идешь. Ну, и так же самое можно пойти об них слиться, усилиться и убить их потом. Мы сейчас можем просто подойти к Рошану, ну вот условно, типа сдохнуть об Рошана, пойти просто по миду и сломать мид. Но мы все быстро не умрем. А, пойти по миду сломать? Не, понятно, мы можем сломать мид, но опять же... Мы можем, да, поломать мид до Т2, получить за это большое преимущество и закончить игру через 10 секунд. Увеличение, давай глянем, слышишь. Смотри, у тебя 25 силы, сколько будет после... Эй, да куда ты дохнешь? Там верно дохну. Проверяю. Сколько у Пуджа? 20. А, плюс 20. Ну, короче, дается... Не очень сильно, не очень сильно, на самом пацаны, деле. Пацаны, они все тут. Да. Да и пошли воевать. Не, да юзал сначала умирать. Потому что вот Влад сейчас второй раз умрет, и все, им фил уже дают. Ну, не для этого надо Владу умереть, а мы еще можем это, помешать. Ну, или не помешать. Вот я сейчас умру второй раз, и Дуза точно кил получит. Смотри, они еще до сих пор даже вот по одному. У меня Рокет Бараш вообще урона не наносит. А вот дальность атаки классная, мне нравится. Нет, специально юзлесс. А зачем ты взял Рокет Бараш? У тебя, наверное, флэк-канал было бы поприятнее, нет? У тебя же руки тоже усиляются. Ты можешь... А, нет, не можешь его. Блин, жаль, здесь тавера не усилены. На самом деле, здесь вы очень сильно либо сделали тавера. Да? Я правильно сказал? Короче, сделали бы тавера сильными, было бы интереснее. Так, ну это что, из 2013-го пучмит? Слушайте, нет, ченмит. 2021-го. Блин, бафнул до сих пор. Короче, пошел вниз. А он бафнутый, кстати. Я знаю, уже, уже нет. К сожалению, здесь этот сопротивление эффектом дается за смертью. Блин, я же не получаю, да, за их перерождение стаки? В упор! Ставь лайк, если играешь на Пудже так же. О, я снимаю! А, нет, показалось. Нет. Ну, типа, это было бы очень круто. Рил. Давайте бабку. Да, я снимаю эту штуку! Не надо снимать, слушай, плохая идея. Я понимаю, мне же реинкарнацию сразу прожимают. Сними с меня. Нет, это как положительный эффект. Понятно. Ладно, это. Бля, ну это прям жестко, прям вообще. Ну ты просто, ну, не дашь их убить. Ну я понял, я не буду так делать. Просто сам факт в том, что я вообще могу этим заниматься. Прикольно. Ага. Звучит как руина. Ну хотя бы так, ну а чё? Ну хоть как-то, ну дайте поруинить. Да. Я больше выглядит, дайте внимание.
И пуш жить? Такой, я хочу умереть. Ну а что? Жить? Ты вообще попадет? А мне не нужно попадать. Ну вот этого. Вот это хорошо сейчас было. Что ты делаешь? Это гениальный мув был. Ты чё? Я в стулоге. Тебя ты делал всё. Ой, парни, вы ж меня всё равно убьёте. А почему рот не наносит? Будет хопа на вайпера. Бегу, бегу, бегу. Но я вообще не прокачанный, я типа лоб. Оп, хлоп, меня он убил. А, не, это больно. На чтоб он меня убил сейчас. Мы можем, мы можем, мы можем. Воу-воу-воу, куда такая дальность атаки? Да, это у всех дальников. Вернись. Сейчас он тебе ляпнет. Это мало, но... Да. Не, он сильнее по статам, у него левел больше. Собираю патину с Лавдара. Рейд босс. Больно по 300 хп сгорать. Сгори на работе! Вообще ты должен неплохо кушать, наверное. Он апнутый уже? Да нет, нет. Я кушаю, но я люблю сопротивление эффектом. Очень большое. А почему? Пел! Потому сейчас, что сопротивление сейчас, эффектом сейчас. Дается за эту хрень. Пусть меня убьет. За смерть? Да, 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 да. Хорошо. Стоять. А еще тут очень-очень больно бьют. Замедлись. Кинь что-нибудь мне невкусно. Хорошо. Поможет кто-нибудь с паком там, я не знаю, с чем-нибудь. Нет. Ой, блин, да ты бесит. О, я вот эту штуку учил. Блин, найс, больше лес. О, пух. Помогите! Да, ну вайпера мы не убьем. Хотя там. Убьем, может, убьем, 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 убьем. Ты можешь ты подба. А, у тебя баф закончился. Я замедляет буду, так что. Сейчас он нас убьет всех по очереди, мы его убьем. Блин, а может что-нибудь. А может мы его убьем. Помогите! Там 10 героев. А он убьет Куджа, сейчас меня. А, тебя, ну ладно. Там всех сейчас убьет, я думаю. Пускай всех убьет, и мы все ресимся, его убьем. Нет, мы по очереди просто сдохнем все вместе и все. А, он так сидеть. Ну такой левел большой, еще не понимаю. Ладно. Бега. Отличная мысль была. Да. У меня нет скорости атаки вообще, типа, я не понимаю, почему у них большая. У нас была определенная тактика, и мы ее придерживались. Была тактика, мы... А, этот с аганимом, понял. Ну, парни, бунды. Бим-бим-бом-бом. Обидно, что Rocket Barrage не работает. Он не улучшается? Не, он в принципе как-то урона не наносит. Они меня не бафнутыми убивают, очень прикол, я бафнутый, как? Ты неправильно просто бафнут, это неправильный. А будем драться? А я, кстати, я могу просто бафнуть вот снимать, потому что... мы можем не убивать, парни. Так они и... только что... Блин, ну я их сейчас тут всех поубиваю, и это будет не очень. У них левел больше, а тут все от левела идет. Так вот, мы можем просто их не убивать, чтобы они сильными не стали, и все. А, поздно. Давай, но это опять же будет тогда, не договорились, как не делать. Я это уже сделал, всех убил. Так у нас есть для этого целый Доня. И все, и все, и вот, и все, и все, и че. Доня, остальных. Оп. Хорош. Так он пацан на лестнице, какой смысл, у тебя курьерша сомрет, у тебя курьерша сомрет. Ладно. Кай. Ну зачем ты это делаешь? Так ты не убьешь его, ё-моё, все равно. Так, ты постоянно бафы обновляешь, гений. Вот, вот селедку можно здесь убить сейчас. Вот, смотри, я его себе пробиваю. Вы понимаете, так можно этот, до трона их дотолкать. На троне уже убивать. Мы не можем. Ты, иди быстрее, если АПТ-4, если АПТ-4 ты быстрее сломаешь, АПТ-4 стрейся. Важно. Давай. Почему мне так больно? Нет, настолько больно. Я понимаю, что мне больно, но почему мне настолько больно? Так вот, да, да. А вы им решили сломать базу? Ладно, просто... иди. Понятно. Пока кусаю. Будем вонять. Можно как-то съесть его, не знаю, во. Можно. Наелся и спать. Не хочешь ульту на себя прокинуть? Не могу, блядь, я в баше стою. Ведь он только... Серьезно? Да, серьезно. Он успел это сделать.
Чего вот с ними делать? Я говорю, надо через стан пытаться затянуть их на Т4 и там уже кушать. Есть. Ура! Один. Есть килл. Отойди в лаки, 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 лаки. Хорошо. Пока, а добили, хорош. И без пуша, да? Этого сейчас убьем, да? Ой, все, молодцы, пошли пушить в трон. Они возродились уже, честно говоря. Блин, я все шмотки продал, чтобы купить апнутый древла, чтобы пролететь на фантома. Кто бьет? Назад. Убить. Что там скорость атаки нет вообще? Мне надо находиться. А у меня закончилось. А без бафа его убьем. Пока. У нас нет ни гор чида, ничего такого. Ага. Ой, горки чем-то. Хорошо. Слушайте, а я становлюсь жирнее. Диджиблайк секунды. Наносит просто миллиарды дэмэджа. С каждой секунды. Че, не умри. Пофиг. Хопа будет вниз, да? Да. И наверх, наверное, скорее. Свидание. А как его догнать? Никак, да? Никак, это пак. Это надо аркек, слинку, всю хетую. Ну, как она? Аркек, торчит. Ну, торчит я сейчас соберу, он это. Да, 10 их собирать. Вот это самоубийство, по-моему, сейчас было. Ну, я накину у тебя вот ту, если что. Можешь воевать с ним. Я постараюсь, по крайней мере. О, это было прям плохо! Нормально. Лаки наваливают вообще прям нормально, кстати. Так я бафнутый, а они нет. Я должна бафнуть. Чего ты умираешь, типа? Потому что я мертвый. Почему он резко тянется? Внутри. Я без бафа накидаю, нормально. Нормально, нет, кстати, лаки вообще... Ой, это... Лаки, да? Да, лаки. Наваливает прям. Под момчиком-то. Должен пуш наваливать, наваливает чем-то. Ща мом купим по стандарту. Пойдем разносить кабинетики. По минуты шар дается. На 10-й. На 10-й, по идее. Нет ульты, если что. Ой. Пускай бьет. Надо умереть. А, он здесь прессор взял. Ну, погоди. Что-то были големы и нет големы. Не, прям больно. А что в меня? Почему он меня-то бьет? Там блин, пак со стороны очень сильно настреливал. Я вообще не пробиваюсь. Ну здесь, ребята, Witchblade покупать прямо максимально профитно. Witchblade, да, Этериал и вот это вот все. Нихуя себе, все нормально на стене. Ты свои хп видел? Бм. Да умри ты, офигеть! А, сатани. Он сейчас типа исчезнет, у него форма. Ну и все. Ульт есть. Rampage. Double Rampage. Там бабочка. Я просто сгорел под его лужей. Он даже меня не бил. Не, забей, это типа очень сложно. Вайпер это что-то типа дровки, короче, очень сильная, очень мощная, очень больно делающая. Зря. Надо было дождаться бафа. Ну а какой смысл? Пацаны, у нас трон падает. Просто. База горит. Сейчас я дам на него второй, наверное, какой-нибудь. И мы ничего не поделаем, да? Понял. О, нормально! Нормально, мы сделали, да! Мы смогли, парни! Осталось еще 70 раз так же. Так, у меня есть еще рапира. Я, возможно, тогда съем кого-нибудь за раз. Кстати, а насколько я усиляюсь? А, у меня 1200 дамажит это. Там вижен стоит. А будет хелпа? Я с рапирой? Почему ты с рапирой? Нормально ты кушаешь, что ты не любишь? Я ж тебе говорю, нормально все будет, не верю.
Ой, лечу как раз. У меня бафторка сейчас пойдет, но в принципе я должен быть. Баф сейчас пойдет ровно, во, все, как раз. Бля-б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 ля-
Ай, ладно. Сейчас будут проблемы, кстати. Я случайно. Убьем, убьем, он что-то летит. Я лечу. Домой улетел. Есть что-то сделать? На нахуй. Отлично, отлично, отлично. Давай, Ярик. Я же тебе говорил, ты будешь наваливать очень сильно. Вот с Этериалом, да, ну, очевидно, когда мне дается вот столько флешхипов и... Ну, они усиляются пассивкой. Я буду жестким. Ладно, это было жесткий. Читаемо. Жесткий, рисковый, всегда соска, как младенец. О, а кто Феникса выбил? Классная я тема. Скину сейчас, забирайте. О, пак летит. Блин, я не бафну. А вот это я заберу. Он сейчас забафлю еще как раз. И чё? Ничего. А не хочешь, чтобы ты забафлся? Опять пол хп. Ему не везет, у него что в прошлое такая фигня была. Короче, если затаймить... О, они же не сразу становятся, типа, такие прокачанные, да? Да, все если... да. Если вы затаймите эту тычку... Я ползу, ребят, я ползу. Я очень-очень мощный, я очень мощный, ребята. Ну или почти мощный. Нормально, криты работают. Так это по этому, Булаторн, Булаторн. Ты у меня видел, что ли? Или что? Офигеть, я просто бью. Я не знаю, кого бью. Я знаю, кого я бью. Нормально, нормально, всех по чуть-чуть. Нормально, нормально, наваливаем, парни, наваливаем! Бафа нету, пофиг. Трипли килл! Решил вопрос. Игра была интересная.